Ну что ж, всем привет, снова Summoner. Находимся мы в деревне Волонг, если я правильно произношу это название. Отбили мы ее у императорских солдат, убили Пиджина. Потихоньку тут начинают восстанавливать все. Так, и можно будет, наверное, поторговать даже. Может быть, кстати, даже квесты кое-какие дадут. Насчет этого не скажу точно. Так, трупы прям валяются. Не знаю, я убрали бы, что ли, как-то, а то... Нехорошо это. Ну, ладно, пойдем на площадь, посмотрим. Так, ты мне что скажешь? Ага, вот. Похоже, квест будет. Так, Лингшанна. Так, из реки. Дракон спас. Ага. Сходим, отнесем. Тем более, что нам, в общем-то, все равно по пути. Так что это будет несложно. Так, а ты кто? Чингдай? Не помню, честно говоря, что за Чингдай такой. Серьга этого, как его... Дунгана, Другана, в общем, рыбака. По-моему. Так, ну это подарок. Ладно, соврем, пожалуй. Наконец-то этот квест мы завершим. Ну, теперь надо еще найти, в общем-то, того, кто нам давал этот квест. Находился у нас в Медеве, причем там в Линеле, с которым неизвестно что. Вроде как демоны его... кирпичику разобрали, ну, по слухам, вот. Так, собственно говоря, ну, не знаю, правда, трупы валяются, никто не убирает, странно, странно это. Ага, вот, можно поторговать. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, какой топорик, 80. Ну, не буду я замахиваться на двуручное оружие, просто потому, что со щитами сейчас как-то спокойнее, тем более, что они довольно неплохие. Так, железный лук, лук Феникс, это интересно. 50. А знаете что, мы его, пожалуй, купим. Арбалет, длинный лук. Кстати, тоже 50. 83. 80. Да, побыстрее длинный лук. Но пусть будет Феникс. Не знаю, конечно, название есть название. Выглядит он вроде как необычно. Но вот нет информации, ничего такого, что он там какие-нибудь особые урон. По идее, так вот судить, если по наименованию, должен был он, конечно, огненными стрелами стрелять. Но... Не факт, не факт. Так, пробивающий у нас, по-моему, есть. Тяжелый арбалет. Ой-ой-ой. 200 тысяч. 75 это урон. Ну, нет, это нам не пойдет. Посох Они. 60. Ну, посохами у нас никто не пользуется. Да и, в принципе, у меня какой-то есть неплохой посох. 58. А у этого... 60. Да, этот получше. Угу. О, свирепый посох вообще 500 стоит. Ну, нет, это, конечно, слишком. Нагитана. Ирнянская сабля. Катана бритва. 65. Хорошие вещи. Надо признать. Кстати, такая у нас есть.
теперь. Так, ну и... В общем-то, давайте продадим ненужное. Так, продать, продать, продать. Довольно много этих топоров набралось. Со всех солдат. Так, топор дровосека туда же отправляется. Мендевский, а ну-ка. Ну, в принципе, туда же. Пронзатель. Оставим просто исключительно, потому что вот он, ну, необычное оружие, пусть будет. Фланцованную. Да пусть будет, в общем-то. Железный лук продаем. Усиленный пусть будет. Тисовый продаем. Этот с отталкиванием тоже пусть будет. Так, рыбалет убийцы. Ну, ладно, пусть остается. Быстро оставлю. Алебарду продаем. Это с минотавров, по-моему, насыпалось. Превосходная катана у меня только одна. Обычную продаем. Тем более, что их много. Якосаши тоже. Да, тоже продаем. Короткий меч, естественно. Так, короткий меч и бритва. Ну, пусть будет. Так, прекрасная катана. Ладно, тоже пусть будет. Палаш. Палаш продадим. На Даше оставим, конечно же. Полуторный продаем. Кинжал оставим. Кинжал льда оба продам. Я их ни разу не использовал. Так, ну и, наверное, все. Единственное, что я хотел посмотреть. Так. А, вот по лукам я хотел посмотреть, сколько у меня их. Ну все. А, прекрасная катана, 5 штук. Можно смело 4 продать, что мы и сделаем. Прекрасная катана. Раз, два, три, четыре. Одну оставим. Ну, вот теперь другое дело. Так, теперь бы найти бронщика. Так, что там у нас задет? Ну, понятно. Бесполезен. А, вот и отлично. Вот и хорошо. Так, а вот теперь будем внимательно смотреть. Так, остальные... Нет, вначале продам, вначале продам. Сабатоны. Подбитые сапоги. Продаем. Скрытности пусть будут. Матерчатые перчатки продаем. Эти тоже, кстати говоря. Да. Жаль, Розалинд не может их надеть. Непонятно почему, кстати. Кожаную броню вполне могла бы носить. Кольчужные. Тоже продаем. Это не нужно. Откуда их столько взялось, мне вот интересно. Так, стальные перчатки. Да, в общем-то, тоже продаем. Леггинсы. По-моему, у всех сейчас они есть. Поэтому лишние можно продать. Кожаный камзол, тем более. Вареная кожа. 30. Не, она совсем не то. Так, ну это ладно, это мы оставим, пожалуй. Кольчужную тунику продаем. Щит-страж. Пожалуй, тоже продадим. Уклонение парирования. Так, варвара. И вора. Надо посмотреть, сколько у нас этих вещей.
эти хвосты Басита. Можно, конечно, их уничтожить, но ладно, пусть будут пока что. Так, что я хотел посмотреть? А, кожа с пружиной стали одну, кстати, можно продать. Вполне себе. 15. Тоже 15. Так. Кожа с пружиной стали одну продаем. И теперь по доспехам начинаем смотреть, что тут есть хорошего. Вот Баукот, отлично. То, что нужно. Покупаем одни. Джекхару пойдут. Стальные перчатки. Да, вот по штанам, конечно, плоховато тут, мало их. Так, хромаки. 31, колющие 2. Это вот, которая на фриз сейчас. Ну, в общем-то, явно лучше. Вареная кожа. Такую я продал. Пружинную сталь продал. Подбитая сталью. 28. Режущие 3. Ну, в общем-то, неплохо. Может использовать только Джозеф. Но не буду я это покупать. У меня сейчас получше вроде как. Так, Бугудо. Это... Да, вот на мне сейчас такие доспехи. На Джозефе. 55. Колющие плюс 2. На состалью. Колющие плюс 4. 60. Обязательно берем. Обязательно берем. Нагрудник. Нагрудник не берем. Не нужен он. Абсолютно нам. Римский щит страж. 20, парирование плюс 2. Ну, это не то. Это не то, что надо. Мечника, ускорение. Ну-ка, плюс 3 скорость. А у нас... так. Кстати, что это? Уклонение, парирование. Продам. В общем-то, не нужно оно. Так, что там по ожерельям? Плюс 2 скорость, ага. Так, с тебя тоже снимаем. Мечи я тебе прокачаю без этого ожерелья, так что сейчас всем прикупим это ускоряющее. Быстроты продаем. Топоры плюс 2, я думаю, топоры мне не пригодятся. Это тоже продаем. Так, красться оставлю. Я, правда, не помню, сколько их у меня. Давайте посмотрим. Довольно долгий процесс. Ну, что поделаешь. Мог бы я, конечно, это за кадром сделать, так сказать. Но почему бы нет? Такая будет не боевая, может быть, даже серия. Так, и покупаем... Что же здоровье дает? 30 хп. Ну, нам скорость важнее. Точность. Критический удар, прицельная атака. Вот неплохая вещь, кстати говоря. Ну ладно. Ускорение. Значит, нужно нам 4 штуки. Раз, два, три, 4. Так, вроде все. Теперь переодеваемся. Так, флис вроде неплохо. Да, урзалинт совсем все нехорошо в этом плане. Так, кольцо восстановления, кольцо агрессии, контратак, критический удар. Может, у меня что получше есть? Я вот хочу посмотреть. Электруса. Да, но это защита, это совсем не то. Пары дробящие. Ладно, пусть будет так. Так, кстати, ожерелье вот это не продается, надо будет его где-то в другом месте попробовать загнать. Ну, вполне неплохо. По скорости получается. Так,
Ожерелье. Нет, не то. Вот это. Ну вот 101 более-менее, в принципе, с таким-то вооружением. Это уже кое-что. Так, лук Феникса, во-первых. Где он есть? Быстрый лук. Не вижу я. Почему она не может его надеть? Тяжелое оружие 5 нужно. А, ну, ладно. Пока, значит, с этим походит. Так, кстати говоря, все равно его надо качать. Потом переоденем ей вот эту вот бугуду. И медальончик ускорения. У Флиса, по идее, самая, да, там скорость уже. Ого, 244. Ну, это жесть. Так, сейчас у Розалины будет неплохая, в общем-то, скорость. Теперь-то. И хотел еще, кстати, переодеть перчатки, по-моему. Да. Ну вот теперь у него совсем все здорово. Да, у Розалин защиты, конечно, вообще мало. Очень мало. Ну, ман зато, в принципе, хватает. Так, и по колечкам хотел я посмотреть. Ага. Кольцо мечника, кольцо лучника. Ну, это не то. Интересно, есть ли тут еще какой торговец? Вот, может, ты, кстати говоря, кто торгует ожерельями? Так, нам нужно найти 3 части статуи. Ну, хорошо. Почему бы и нет? Кто-то зельями, вот ты зельями торговала, по-моему, тебе что-то было из... А, нет, ты не зельями торгуешь. Да, вот мне надо сейчас найти того, кто торгует зельями. Как правило, у них заодно и ожерелье тоже есть. Кстати говоря, у меня, по-моему, камешки были драгоценные, которые можно бы продать. Так, ну, предателей схватили, понятное дело. Так, пойдем искать дальше. Надо найти все-таки, у кого тут можно прикупить зелий. Хочу лечебных тоников каких-нибудь посильнее взять, на крайний случай. Так, ты не торгуешь. В общем-то, отличается, походу, эта броня вот визуально только символом таким синего цвета. Ну так. Тоже, в принципе, что и было у нас до этого. Нет большой разницы. Так, ты. Вот. То, что нужно. Начинаем ей сплавлять. Во-первых... Вот это кольцо, которое не нужно. Во-вторых, кольцо здоровья. Которое, в общем-то, тоже не пригодится. Защита от огня оставим. Это что? Святое +2. Продадим. Энергия +2. Продадим. Так, ну это пусть будет. Медальон тени очень дорогой. Ну ладно, оставлю пока. Топоры, дробящие, пусть будет. Продаем. Так, ментальная. В общем-то тоже не то, что нужно. Слабоваты там резисты. Защита магии. Ну, вот это оставлю, пожалуй. Так, и теперь покупка. Том возрождения. Не знаю, сколько у меня их там. Но один... Что значит заряжен? А? Ну ладно, тогда свитка возьму. Странно.
А, похоже, в том у нас складываются свитки. Видимо. Ну, не знаю, странно как-то это. Так, огненная стрела. Сосулька, книга сосулька. Это все не то. Давайте прикупим том молнии. Он пригодится в любом случае. Буран нет. Метеор нет. Что за проклятие? Мне бы, конечно, пригодилась информация, что это за... Что он дает? Ну, ладно. Так, тоник восстановления, эликсир восстановления. Вот это я возьму. Возьму. Вещь хорошая, регенерация не повредит. Так, лечебный эликсир. Лечит большое количество повреждений. Думаю, хватит. Очищение невидимости Дриттена. Что за Тристена? Дополнительная защита. Ну, для этого у нас баф есть. Правда, я не знаю, как там отношения. В данном случае больше он или меньше благословения. Дриттена, пожалуй, возьму немного. Так, а кольцо еще не опознается. Кольцо ускорения. Интересное колечко, кстати говоря. Святое. Плохо, что вот они сразу прям не опознаются. Не очень-то хочется кота в мешке брать. По названию мало что можно сказать о них. Так, ну... Ожерелье Аншу. Интересно даже. Мечи плюс 3. Так, давайте тогда еще продадим. Вот. С одной стороны, конечно, есть у нее ожерелье, но не продать ей камни, которые у нас там есть драгоценные. Это, конечно, плохо. Так, ожерелье. Кстати, кровь горгули. И не уничтожить, что самое плохое. Так. Ладно, хорошо. А, собственно говоря, давайте-ка сохранимся, да посмотрим, что это за ожерелья такие. Вот. Я обычно, конечно, предпочитаю такие вещи на записи не делать, потому что придется загружаться. Но посмотрим вот этот амулет для начала. Так, на это мне уже не хватит. Ожерелье Аншу. Состояние регенерирует. Ха. Ха-ха-ха. А знаете, пусть будет. Пусть будет эта вещь. Мало ли что. Пригодится. Кстати говоря, отдадим ее, наверное, кому? Мы ее отдадим. Да пока никому, в общем-то. Довольно много я потратил на него золота. Может, конечно, оно и не окупит себя. Но я думаю, еще успею набрать. Случайные встречи никто не отменял. Вот. Кстати, ни одной пока что не было. Ну, потому что, в общем-то, мы не ходили на карту пока что. Самое время пойти будет. Так, все ли я смотрел? Вроде как все. Ну, по крайней мере, я сомневаюсь, что вот тут будут какие-нибудь торговцы. Однако кто-нибудь с квестом вполне может быть. Поэтому... Лучше сразу посмотреть. Два, по-моему, или даже три квеста новых мы получили. Так, вот там кто-то стоит. Некая женщина. Что наводит на мысли, возможно. Так, что вы тут делаете? Непонятно, что вы тут делаете. Я уж надеялся. Дадите задание какое-нибудь. Ну ладно.
Причем, кстати говоря, меня несколько смущают вот подобные задания. Потому как это все на случайных встречах замешано. Вот это и, по-моему, еще одно какое-то заклинание, заговариваюсь уже. Еще одно задание какое-то, по-моему, тоже связано с случайной встречей. И надо как-то будет, не знаю, походить, что ли, тут. Есть у меня такое предчувствие, что надо именно тут попытаться его встретить, этого, может быть, странника, как его там зовут. Тантал этот. Тотал, вернее. Еще вот эти вот письмена, кстати говоря. Черт их знает, где искать. Я просто-напросто не помню таких вещей. На второстепенные квесты, к сожалению, память очень плохая у меня. Если, конечно, они не совсем прям там чем-то таким отличаются. Ну, не столь много раз я играл в эту игру, чтобы запомнить все. Так, ну, вроде как. Вроде как все. Наверх я уже не полезу. Может, конечно, там тоже кто-то есть. Или давайте, да, давайте, наверное, до пагод, до вот этих вот, добежим. Вот это и той. Может, чего и есть тут. Ювелира, мне кажется, тут нет, потому как уже зелье и ожерелье в одном месте, так что вряд ли. Очень сильно вряд ли. Ну, вот такая получилась серия мирная, торговая. Так. С другой стороны, если нигде не бегать подобным образом, можно пропустить квесты. Что я, в общем-то, в Линелле там с успехом и проделывал, хорошо хоть вспомнил. Так, вот, что ты мне скажешь? Кстати говоря, ну, Сарим этот, по-моему... Да, вот еще эти чешуйки. У нас есть две уже, по-моему, да? Где они тут? Чешуя зеленого, чешуя красного. Ну, наверное, кого-нибудь еще синего будет. Три собрать надо, а вот кому их потом отдавать? И что вообще делать с ними? Не знаю. Так, ну а Оси, я думаю, ничего нового не скажет. Она, кстати, вообще даже и не тут. Может, там у храма стоит. Один раз сбегаю, вот, чтобы потом просто-напросто знать, есть тут что или нет. И все. Можно, конечно, было бы не записывать, но ладно. Текс. А, да, кстати, колечко ж новое у нас есть. Только вспомнил про него. Кольца, кольца. Кольцо четырех ветров. Небесный самурай. Вот. Вот это хорошая вещь. Лечение, защита, лед. Вызывать я, в общем-то, и так могу. А единицы мне лишние не повредят. В конце концов, Иосиф у нас тоже какой-никакой колдун. Кстати говоря, теперь у него пумания приблизительно как у Розалинд. Вот. Такс. Кстати, это кольцо тоже надо будет прокачать до второго уровня. Ну и самурай тоже полезная вещь, по-моему, как. Ну, с клинком, конечно, с тем
не сравнится ничто, по-моему, по силе. Вот. Вообще, да, те кольца как-то получше с демонами. Уж не знаю. Вот эти вот драконы, они красивые, конечно, и там по площади урон, но не знаю я. Слабоваты, на мой взгляд. Хотя они, наверное, тоже прокачиваются. В зависимости от уровня кольца, может, урон идет. Ну, не знаю я. Сложно сказать. Так, хорошо. Вроде как все квесты взяты. Если там, конечно, только еще кто-то на холмах на этих есть, но я сомневаюсь. А ну-ка. Ну, можно и так. Сам он пусть бежит. Красивые довольно-таки задние планы. Горы прям такие, ну, японский стиль. Все дела. Так, хорошо. Значит, на выход отправляемся и в лесок на поиски кольца. Пойду окружным путем. Ага. Поговорить можно. Вот видите, в чем дело? Можно не бегать. Можно не брать эти квесты, но одной сюжетной линии маловато, на мой взгляд, все-таки. Так, кстати, там он еще один ходит. Почему ты проклят? Так. Ну, видно, да? Все прекрасно. Квест это в одном месте, по большей части. И это будет довольно несложно выполнить. Ну, я имею в виду в том, что песик искать не придется. Где это нам найти, где эту локацию искать. Уже несколько квестов в этом лесу, в том числе и часть главного квеста. Вот, поэтому... Ну, приходится немножко времени потратить на то, чтобы разыскать всех этих персонажей, которые могут нам квесты выдать. Ну, а лучше сейчас, чем потом. Кстати, на данном этапе игры вполне возможно, что дадут что-нибудь хорошее. О, а это что? Голова, пожалуйста. Голова... Вот и голова. Кстати говоря, голова очень сильно напоминает голову того царя, или кто он там был, не помню. В общем-то, каменный тоже такой, с которым мы у одной из серий бились в дворце разрушенном Икаэмоса. Вот. Так, ну теперь-то вроде уже все. Все, что можно, я нашел. Так. Ну, вроде бы все. Так, ты кто такой? А, это рыбак тот? Ну, ладно. Понятно. Кстати, вон там какая-то еще старушка стоит.
Ха. Еще один квест. Ну, я прям не знаю. Вот, ну как, не ходить, не... Занимает время, да, естественно, но... Что поделать? Такова уж игра. Это, кстати говоря, еще хорошо, что они сами не передвигаются. А то было бы вообще весело разыскивать их, отслеживать. Текс. Ну, как я понимаю, вот этот последний квест, он опять же на карте, потому как вокруг Волонга, а это сам Волонг. Можно было бы, конечно, предположить, что надо нам где-нибудь тут искать растения, но по идее нет. Так, ну, значит, придется мне одну какую-то серию выделить на все вот эти вот походы. Просто-напросто буду шляться по карте, искать неприятности, вот. Заодно, может быть, встречу каких-нибудь НПС квестовых. Так, ты мне что скажешь? А, ну это тот, который о драконе рассказывал. Все, хорошо. Значит, в следующей серии отправимся непосредственно в лес. А вот с этой серии, пожалуй, все. Всем спасибо и до скорых встреч.